Всем привет, я довольно долго не играл в Black Squad, прошлый сезон точно пропустил, но когда решил поиграть, я сначала зашел в Steam почитать, что там разработчики докладывают по игре. Я обратил внимание, что за это время неоднократно обновлялся античит, какие-то посты были про читеров. Ну, думаю, неужели что-то изменилось в этом плане. Я зашел, сыграл несколько каток и как бы было вроде бы все чисто, нормально все. Но на следующий день мне попался игрок, момент с ним я добавил в конце своего ролика. Самые одаренные написали, что, конечно, он тебя убил, потому что это дефолтный прострел, вантапом, ты сам спалился, ну, в таком. Уровень, в принципе, интеллекта большинства игроков Black Squad мне известен, поэтому чему тут удивляться. Одни скилловые игроки попадаются против меня, а читеров в этой игре нет. Вы же помните этого мастера Black Squad'а? Да он хорош просто. Его так называемый скилл показывает, насколько уже разные умники поимели эту игру. И вот спустя время, а точнее больше полгода прошло с момента публикации этого ролика, в игре бегает тип с подобным софтом и когда надо подрубает свой так называемый скилл. Я не удивлен, что 4Game закрыла эту игру на своей площадке, хотя изначально 4Game немного подняли онлайн, сделали хорошее промо, и некоторые даже говорили, что игра оживает. Хотя вы все знаете, что... То, что мертво, умереть не может. То, что мертво, умереть не может. В игру добавили все, что угодно, кроме адекватности в борьбе с читерами. И новое звание дракона — это еще одна планка для читеров, которую они, разумеется, будут штурмовать всеми силами. Кто в открытую, а кто скрываясь. Тем более сейчас стало проще это делать, ведь кто тебя будет палить в читерском клане, ведь разделение соло-дуо и сквады убрали. И понятно, что это все не от хорошего онлайна произошло, а потому что людей все меньше, нужно как-то оптимизировать игру, но как бы таким образом убили еще одну годную идею. И на данный момент отсутствие вкатки игроков с подобным софтом или саймботом – это уже облегчение. Ладно, ВХ, ладно, там, макросы, спасибо, что без АИМа. С другим справимся, ну а тут как бы тяжеловато будет. Я в целом ничего нового для многих не рассказал, это просто банальная история про реалии Black Squad'а, без морали и по факту. На этом у меня все. Пошел играть дальше в Black Squad. Всем пока. Ах да, забыл сказать. Играйте честно. Все, теперь всем пока.